Всем огромный рукодельный привет! Меня зовут Женя. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я к вам с обзором наборчика от Лука С. Малина с бабочкой. То есть вот такая вышивка. Вот такой наборчик. Вот такой прекрасный сюжет. Это мой первый и пока что единственный набор от Лука С. Я давно на него засматривалась. Еще мне очень нравится красная смородина. Но его, по-моему, сняли с производства. Красная смородина не та, которая лежит на таких деревянных то ли кирпичах, то ли досках, а просто там идет как бы вазочка и лежит красная смородина. Но пока что вот у меня есть малина. И я, наверное, буду вышивать ее после того, как закончу чайной. Потому что этих домиков у меня 3 штуки, и надо как-то разнообразить бежевый цвет. Ну, давайте приступим. Значит, артикул BL2253. Малина с бабочкой. Значит, 35 цветов. Размер 53 на 28 сантиметра. И в составе, значит, у нас Мулине Анкор, Аида Цвайгер, иголка и инструкция. Все было упаковано вот в такой пакетик. Единственное, вот я открывала его несколько раз, потому что смотрела. Вот эта липкая штучка, она уже не держится, все вываливается. Но я думаю, что переложу, так как буду вышивать его в скором времени, то думаю, что смысла нет пакета держать. Вот еще раз давайте посмотрим, будет вот такой дизайн. Я думаю, все уже его прекрасно видели и знаете. Вот так. Значит, канва идет под лен. Вот такая. Вот. Вот такой большой достаточно. Это иголочка. Обычная самая. Достаточно большой такой отрез канвы. Вот. Мне даже на стол не помещается. Вот так. Канва очень мягкая. И я вот не знаю, оставить ее на такой канве или все-таки заменить на равномерный лен. Ну, я еще подумаю. Хотя, может быть, и в принципе на такой канве тоже будет хорошо смотреться. Так, это что касается канвы. Что касается ниточек. Ниточки у нас вот таких цветов. 3 таких планшетки. Извините, пришлось прерваться. Итак, вот такая первая планшетка. Ну, хотя, может быть, она не первая, просто они так лежали. Достаточно красивые цвета. Очень много серо-зеленых. Вот такая вторая. И вот третья. Я вот не знаю насчет этих планшеток. Мне кажется, как-то не очень удобно будет на них весь процесс организовывать. Почему? Потому что их вот надо отсюда отматывать. А вышиваем-то 2 ниточками, поэтому, не знаю, может быть, я их перемотаю на дубко. Ну, хотя посмотрим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 11, 35 цветов. Вот, в общем, такие красивые достаточно ниточки. Очень нежные цвета. Вот эти особенно мне нравятся всякие бордовые, вот эти розовые. На ощупь тоже мне очень нравится. Что меня больше всего поразило? Это просто огромное количество. 8 листов схемы формата А3. Я, честно говоря, первый раз такое вижу. Ну, как-то вот даже вот смысл вот в этой вот, скажите мне, пожалуйста, вот в этом листе. Я, честно говоря, не очень это все понимаю. И для чего столько было ее печатать? То есть все вот такое есть. Вот такое. Я, наверное, буду их вырезать и склеивать. Потому что по-другому как-то, я не знаю. Вот такой. Мне интересно, где ключ. Посмотрите. А ключа нет, потому что вот я смотрела. То есть тут все, значит, вышивается в 2 нити.
Вот на схеме включаем это. То есть 8 огроменных листов. Я так поняла, что ключ вот здесь вот на вот этих планшетках. И давайте. И вот тут, кстати, инструкция вот в таком виде. То есть здесь написано, вот вы извините, как это так, что вот вы посмотрите, кресты вышиваются в одну нить через одну нить основы. Контур, если указано, схема вышивается в одну нить техника назад иголкой. Ну, это, по-моему, канва-то точно 14-я. В общем, я когда открыла, и когда вот это вот все прочитала, вот эту инструкцию, я в Инстаграме просто подписана на, ну, профиль, как сказать-то, я не знаю, ну, на УКС, и я им задала вопрос под этой, под у них фотографией этого набора, сколько нитей вышивать, ну, как, в одну или в две. Мне ответили, что если у вас аида, то в две. А зачем тогда писать такую инструкцию? Ну, я, конечно, понимаю, что для меня это просто чисто была перестраховка, но вот это для меня было непонятно. Ну, в общем, я не знаю, я посмотрю по поводу УКС. Буду отшивать первый раз. Как все это организую, я еще раз, наверное, все-таки буду как-то склеивать и состыковывать схему. Но я еще посмотрю просто, чем меня заинтересовала УКС. Я давно хотела вышить вот либо малину, либо землянику. А еще мне очень нравится ирис. Но, к сожалению, я так поняла, что он тоже снят с производства. Я нигде не могу даже в интернете нигде найти этот набор. Но единственная моя надежда остается, что я его куплю все-таки на осенней формуле. Там будет гело-стенд точно уже. И надеюсь, что там его приобрету. В общем, всем спасибо, то, что досмотрели мое видео до конца. Всем пока!